А в Украине продолжается мобилизация. Судя по всему, в Украине не хватает патриотов, потому что отлавливают защитников, где только это возможно. Запорожье не единственный город, в котором начали применять принудительные способы вручения повесток. Напоминаем, недавно в Киеве мужчин призывного возраста отправили в военкомат прямо из общежития «Киевэнерго». В Харькове повестки начали выдавать в метро, парках и прочих людных местах. Порой доходило до абсурда. Одному харьковчанину вручили повестку трижды. Причем последний раз по пути в медучреждение, куда он шел для прохождения комиссии. Никакого закона, детально регламентирующего порядок вручения повесток, сегодня нет. Нигде не написано, что нельзя вручать повестку на улице или в метро. Но это не цивилизованный способ, сообщил харьковским журналистам юрисконсульт Харьковской правозащитной группы Николай Соболь.